Всем привет! Вы на канале Улитки Снейл. У нас сегодня так, 12 мая, вторник. И с утра у нас сегодня подарочек. Я не могу прям. Руки трясутся, все трясется, но я не убирала, специально дождалась до съемки. Это я кормила сверчками, сверчки разморозились. Одной рукой не очень удобно. Вот такая вот у нас прелесть. Два яйца огромных. Мамочка постаралась. Сейчас мамочку кормить будем, да? Умница моя. Ну-ка, что тут у тебя по пузу? В пузе пусто. А тут яйца. Огромные-преогромные яйца, которые надо переложить. Подготовила вермикулит. По-моему, так называется. Вот такая вот ерунда. Так, ну все, продолжаем съемку. Вот, подготовила баночку. Будет инкубироваться прямо в контейнере с мамочкой. Некоторые делают специальные инкубаторы, там еще что-то, но я этого не делаю, не умею, поэтому у меня в том году и так неплохо вылупились два малыша. Сейчас попробую просветить вам, показать, как бьются сердечки. Вот видите, видно зародыши. Руки трясутся. Ну, видно, что сердечки бьются. Это вот зародыши у блефаров. Такая вот у нас прелесть. Вот эти вот красные пятна — это зародыш. И у зародыша уже бьется сердечко. Вот видно посередочке, как вот темная такая вот штучка туда-сюда ходит, это сердечко бьется. Так, у этого не видно. Так, ладно, не буду долго яйца переетывать, сейчас перекладу быстренько и покажу, как переложила. Так, вот так вот у меня получилось. Не совсем стала отрывать. Вообще, конечно, лучше, чтобы неслись сразу на вермикулите. Но наша дама ни в какую не хотела нестись, поэтому пришлось стелить обычно в ее влажную камеру салфетки. Намочила, и она снеслась. Неделю держала там вермикулит, она туда даже не залазила. Линяла и то в сухой камере, поэтому не стала ее мучить. А вообще, для яиц это не очень хорошо, могут заплесневить салфетки влажные. Поэтому, ну вот как получилось, потом постараюсь аккуратненько. И обязательно надо перекладывать яички, вот как их снесла мама, так их перекладывать, потому что зародыш может захлебнуться. В общем, что я и сделала, как лежали, так и переложила. Ну все, держим пальчики, закрываем. Через 2 месяца будут малыши. В принципе, я буду иногда показывать, как развивается эмбриончик. Потому что дней через 5 там уже будет прям видно, как они шевеляхаются. Ну все. Вот поставила, сейчас чуть попозже покормлю. И мамку, и папку. Молодцы, постарались. Яйца крупные, детишки будут крупные. Но ждать придется целых 2 месяца. Дай бог, чтобы все получилось. Держим кулачки.